Задача на сегодня побродить по лесу, ну где-то в сторону 105-го от Костоусова, посмотреть, может что-нибудь там повылазило, может жилки какие-то найти, ну, в общем так развлечься. Одно плохо, жарко, время неудачное. Конечно, осенью нужно ездить, но уже все, пора, середина лета. Ну, первые грибы какие-то вдоль дороги. Да. Эх, ну этот, конечно, вау. Ладно, возьмем жарюху, сделаем. В машине хорошо, гнуса нет, а как выйдешь из машины, так все на Бали. Болото. В прошлый раз тут аисты были. Красиво, когда оно цветет. Дорога сухая, там дальше есть вода, но что-то маловато. В отдельных местах, конечно, полно ее. Но вот в этом месте с болота справа налево всегда ручеек бежал, вот в этом месте. Нет, не бежит. Суховато, конечно. А сегодня жарит еще так, что... Ну да ладно. На машине бы с короткой базой, да, конечно, удобнее. А на этой все ямки, все канавки. Вон они эти. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Разогнаться нельзя. Все, на второй скорости пилишь. Выйду хоть. Отдохну немного. Опа. Грусть. Чего это он так рано? Какая-то копешка, кто-то тут занимался. Загудели. Гранатик, что ли, тут? Какая-то сыпь гранатовая. Слюдка.
общем, кто-то тут занимался. Стой, груздик, стой. Ехали, ехали. И приехали. Да. Чтоб не обвинили во вредительстве, все чурки здесь. За дорогой-то следить надо, не дай бог, где пожар. Потом начнут пути отхода искать. Вот если попали вам корни, сто раз говорю, посмотрите, пройдитесь по ним. Может, где-то что-то есть. Скорее всего, нет, конечно, но понятно тут. Непонятно, что тут. Да хватит вам меня жрать. Караул, зной. Вообще что-то. Или порода такая, или с гранатом здесь. С мелкой сыпью. Гудят и гудят. Кварц, ну вот прожилки какие-то есть, но не то. Так, если он здесь, значит, дерево стояло вот здесь, к этой стороне. Ну вот это вот более-менее что-то, шматок кварца черного. Но на пигматит это не смахивает, конечно. Так, ладно, выкрутимся пока. Ну, обошел много корней, конечно. Ну вот, кроме того, что я подсек в прошлый раз. Конечно, вот интересно здесь. Но непонятно, насколько интересно. И вот пигматитик здесь хреновый, мелкий такой. Ну вот прожилок идет, конечно, кварцевый, вот тут вот.
То есть как вот это дерево стояло, представить, вот здесь вот, вот эта холера так вот джук-джук-джук-джук, вот здесь вот она. Здесь надо работать. А работать в такую жару не хочется. Ну, очень не хочется. Так можно было бы, конечно, но есть там у меня место одно, которое я должен обязательно проверить. Редко, конечно, бывает так, чтобы копнуло тебе раз кристалл. Я уж говорил как-то с десяток лет назад, наверное, уж это было. Такое кристаллище мариона в дереве. И несколько лет впустую. Жила ушла. Вернее, нырнула, можно было там, но уже совсем неохота стала. Не дала хозяйка. Так, сейчас, минутку. Ладно, пойду на то место, где вероятность найти кристаллы кварца больше. Какой малюхотный. Жаба задавила. Дай, думаю, посмотрю на цитриновой перед тем, как на свое место идти. Жарко очень. Вообще кошмар. Тупо даже в отвале-то копаться не хочется. Ну, приехал уж за столько километров, так надо заниматься. А потом туда немножко отойду, так туда пойду. Да. Хрена тут нет. Похоже. Где же осень? Ну, как я хочу осень, кто бы знал. Нахрен это лето вообще нужно? Ну, можно начало зимы, еще в октябре копаться. Ой, на моем месте там надо лопатой махать. Ой, лопатой, говорю. Кайлом да клином. Отвал он, конечно, отвал. Что тут скажешь? Что доброго, но... Есть участки на образцах интересные. Вот их увеличить. Надо вымыть сначала. Вот здесь тоже. На кварце такие опятки сидят. Это надо тоже. Ну, все мыть. Даже в глаза лезут. Поросята. Кварц он такой
Называется цитриновая, но непонятный. И что-то напоминает 63-й километр цитриновую и в то же время дымчатый кварц и цитрин. Ну вот тоже видите. Надо вымыть, да посмотреть, вот что будет там. Ой. Тяжело одной рукой вверх кидать. Но вниз в яму не надо. Вдруг кто-то работать будет еще. Так что, если вам доведется копаться отвал в копь, не сбрасывайте вот копь. Ну вот с такими вот животками есть. Там кварчик сидит там. Вот тоже. Ну ее мыть надо. Да все мыть надо. Вот тоже. О, какие тут сидят. Непонятно что. Кварцы цитринистые, наверное. Ну, это так. Неясно. Здесь вот вымается это животка кварца, простого кварца. Вот интересный сидит кварчик. Невозможно снимать, друзья. О, меня доедает. Нет, невозможно снимать. Ёлки. Выбросил. Вот видно, что минерализация есть. И тут мухи, ну достали они уже. Вот здесь вот ямку и забиваю. Фу, муху проглотил. Вот. Видно, что здесь вот
скварчик есть. Ну, шпатик покрупнее стал. Сегодня съедят меня точно. Шпат, красава, красава. Верной дорогой идете, товарищ. Да поближе, что ли? Сюда, наверное, поближе. Так, ладно, выключимся. Вот смотрите. Вот так вот лежала, ее вытащишь и смотришь. Вот это вот гнезь. Видите, ничего хорошего. А здесь вот шпат укрупняется. Вот. Раз она лежала вот так вот, эта штука, вот, вот здесь вот это место. Следовательно, вот под этой плитой, видите, вот, там поинтереснее уже начнется. Ну, в общем, туда надо, между этим местом и вот тем, то есть яму забивать, а там видно будет. Ну, в общем, начало положено. Пора домой идти. Еще ехать.